Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Садовая война». Так что у нас тут есть? Я не вижу ничего. Харвест. Пусто. Так, здесь у нас друзей пригласить трех. А здесь у нас есть что-нибудь на прокачку, а? Хотелось бы прокачать кого-нибудь или что? О, мышки. 50 всего лишь цветочков. Давай прокачаем, почему бы и нет. Так, третий уровень. Ну, летучками я, честно говоря, не пользуюсь, поэтому пускай они пока лежат. Нет, давай без этого, без доната, без всякого. Перебьюсь. Ну, вроде бы пока и все. Можно, в принципе, пойти и воевать. Это я. А против меня будет кто, интересно? Кого они выставят? Кореец какой-то, или я не знаю, кто это, ребята. Тут не разберешь. Вот у меня никнейм Рэй. И все ясно, а тут непонятно кто. Так, ну что, начнем, наверное. Клубничку позвал, да? Мы с тобой начнем с магов тогда. Жозель! Ха-ха! Жозель! Жозель! Так, давай, расплевываем. Отлично. О, смотри! Жозель! Я не видел, ребят, это кто такой? Первый раз вообще вижу. Ну. Минус одна башенка, друзья мои. Минус одна башенка. Минус. По-моему, мы еще одну башенку сейчас. Отлично. Так, ну что, остается последняя башенка. Так, вызовем этого, наверное, кабанчика, да, так сказать. Минки, конечно, минки, ребята. Куда же мы без минок? Так, смотрим. Давай еще, наверное, поставим, чтобы одного колдуна. Он нам здесь пригодится. Ну. Так. Колдун, бомби. С этим, я думаю, мы справимся, да? Отлично, справились. Опять у него это летучая мышь, или кто это такой? Я не знаю, ребят, что это за... он выпускает летучих мышей. Он выпускает летучих мышей. Все, я понял, друзья. И это плохо. Ой-ой-ой, как этот огнеплюй-то хорошо бомбит, посмотри. Так, он же, по-моему... он может и... Понял. Ха-ха. Давай. Эй! Ну что же ты, а? Так, минута осталась, да? Погнали. Накаленная обстановочка, друзья мои. Очень накаленная. Кто там у него? Клубничка идет, да? Давай, родные мои. Все, по-моему, он не справится. Yeah! 3-1 счет, наша победа. Разнылся там, сидит. Вот тебе только и остается там укать. Так, 30 леек плюс 11 цветочков. Ну что, неплохо. Но это только начало, ребят, только начало. Смотри, тут вот этот вот кокос меня удивляет с каким-то ситом на голове. Так, 40 скипетров, да? Можно их все слить, в принципе, сюда. А, все, не хватает больше. Окей. А что такое VIP-25? А, ну VIP-25. Что такое VIP-25? VIP — это, ребята, просто покупаешь, и у тебя будет определенные привилегии. Слушай, нам еще две победы выиграть, и мы с вами по ходу дела перейдем на новую лигу. Так, нашли. Это Таишо. Или, может, Тайшо. Слушай, а почему я себе значок не поставил, а? Безыменка какая-то получается у меня. Ну что, давай начнем, наверное, потихонечку. Ага. Так, давай, кого-то не надо здесь.
Чего? Чего там еще выпендривается мне, прикинь? Так, он думает, один что ли такой умный, я не понимаю. В плане, он взял всех, превратил моих. Ты че? Захотел чего, а? Так, друзья мои, сейчас мы ему... Да уничтожьте его в конце-то концов. Есть. Так, один этот мы ему уничтожили. Так, секундочку. Подожди. Сейчас, пускай он подойдет поближе, а мы уже тут займемся с тобой. Замедляшка, вот что это такое, ребят. Все враги замедлены, ты видишь, они там быстренько отошли. Ну сейчас же мага запинает, ну господи, ну. Эй! Слушай, что за кто-то следит? А откуда он столько набрал, ребят, это что за фигня? Ошибись. Давай, бананита, полетели. Окей, допустим. Давай. Есть. Замедляем. Давай. Е! Yeah! Мы уничтожили, друзья мои. 3-1 опять же счет. Фух. Найс. Мы справились. Блин, а я думал, что нас там прижучат. Нифига, он там видел, какую армаду против меня выслал. Как мы еще с тобой разобрались с ней? И слава богу. Так, ну что, переходим на следующий поединок. Смотрим, кто у нас тут будет. Хотелось бы какого-нибудь новенького растенеца получить. Сколько нам еще... с тобой нужно еще одну победу, да? Или как тут? Тут непонятно, сколько нужно, ребят, для того, чтобы перейти на следующий уровень. У меня этого нету. Этого самолетика тоже нету. 200. Вот, ты смотри, этот чувак, который был вот с этой фигней, он уже был на третьей лиге. Понимаешь? На третьей лиге. Вот он. Чуть меня и не разобрал в тот раз. Так, ну что, погнали. 564. Как ты видишь, у меня лейки. А для нового... Для нового этого, как его? Для новой лиги нам нужно фиг знает сколько. Так, Аликел. Кто там? Golden Knight. А этот чувак уже в клане, друзья мои. Скорее всего, это уже, ну, серьезно такой будет противник. Клубника, да? Смотри, что творит. Ты глянь, что вытворяет, эй! Давай завязывайте с этими выкрутасами. Ну фиг ли, вот он превратился в жабаненка в этого. На самом деле это не очень хорошо, потому что он сейчас превратится обратно. Вот в чем проблема-то. И идет, главное, в наглую, да? И по барабану ему на все. Да что ты? Так, мы его забомбили. Клубничка на клубничку. У меня, кстати, клубник намного слабее. Ты заметил? У него 6 уровня, а у меня-то какого? Фиг ты увидишь сейчас, какого у тебя уровня клубника. Да. У меня вот этот вот 6 уровня, а этот 4.
Вряд ли, конечно, получится что-то у нас тут сделать. Е! Так, этого подбили. Давайте с этим разбираться. Он еще отравляет. Погнали. Ты что, специально, что ли? Я не могу понять. А клубника что, иммунитет, что ли, имеет? Я не понимаю. Как она выживает? Вопрос очень интересный. Ну? С пирогом еще тут лезет. Давай, 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 давай. Прожимаем. Да пока мы этого там разберем, блин, я офигею. Сейчас, по-моему, доиграемся, да? Куда ты полетел, придурок? Все, мы фейлимся, ребят. Да я не успею ему подбить базу. Ты посмотри, откуда у него вот это вот взялось. Я проиграл. К сожалению. Ну, не упал, конечно. Или, подожди, или кто проиграл? Я ли он? А, я, ребят, дефит. Конечно же, я. Но, согласись, одно дело, когда на равных играть, ну, имею в виду с равными этими персонажами. Ты видел у него, какие были? Это уже вообще с других лиг. Хмырь несчастный. Ладно, блин, у меня забрали. У меня забрали все посохи. Погнали, короче, сейчас посмотрим, кто на этот раз. Ну опять, друзья мои, дают с этого, с клана, с какого-то. С ними всегда сложнее драться, потому что они там между собой обмениваются персонажами. О, во, смотри, какой там маг идет. Вот что вот он делает, я фиг ее знает. Давай сделаем тогда так же. А это у нас массовый, да, какой-то бомбардир. Или как потом звать, я даже не знаю. Смотри, этот воронку там какую-то лепит. Видишь? Воу-воу-воу. Подрыв сделал, чувак. Мы тогда так же сделаем? Что, мы хуже, что ли? Так, у него, смотри, камелик еще есть. Полетели? Да кто там смотрит за мной? Отлично. Так, он ждет, он копит энергию, да? Ну и мы тогда подкопим немножечко. Так, выпустим этого. Что-то мне напоминает Патрика. Ой, да, Патрика из этого. Вот отсюда, по-моему, он вызывает. Давай, давай, вишенка, бомби по этому бусурману. Так, клубничка у меня, если что, здесь есть. Мы с тобой можем поставить. Отлично. Так, а он вызвал вот этого громозеку. И он сейчас будет его хилять, да? Да хилялся. Так, нам бы эту клубнику теперь еще. Да почему ты сразу отравленный-то, я не понимаю. С чего вдруг ты отравление-то получил? Да конечно. Держи карман шире. Наивный, блин, мечтатель.
О-хо-хо-хо-хо. Успей залечить, да? Ну! Трындец. Проиграл. Второй раз, ребята, проиграл, а? Опять какие-то у него там, я не знаю, пучеглазые какие-то хмыри, блин. Ну, у меня нет таких, друзья, нету. Блин, аж бесит. Когда этой толпой бежит, ничего нельзя сделать. Вообще ничего нельзя сделать. Блин, то сколько я уже кубков потерял, ё-моё. Мне нужно было там две победы всего лишь. Получается, еще больше. Так, 526. Дор. Угу. Что, погнали. Воу, это еще что такое, ребят? Это что такое? Вот объясни мне. Толку от этого? Да что за хмырь-то такой непробиваемый ты? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Я не понимаю. Клубника, да? Вот. Станет. Клубника очень хорошо, кстати, наносит урон именно по базе. Так, этот опять идет сюда ко мне, да? Голодранец. Травим его, травим, замедляем, травим. Я не знаю, что хочешь с ним делать. Почему у меня такого нету? Так, ага. Превратили, да, мы его? Но он сейчас отойдет. И как мне быть? Наверное, вот так же делать. А как еще по-другому-то? Я не знаю, ребят. О-о-о-о-о, торнадо, торнадо опять вызвал. Что-нибудь с этим-то сделать сможем или нет? Прикинь, ему пофиг на все. Просто по барабану, вот и все, ребят. Клубника пришла, да? Так, у нас что, получается... Подожди, я что, не уничтожил ему, что ли, базу? Да как ты так делаешь, блин? Хмырь, блин, ты мне объясни, как он так делает, ребята, я не понимаю, блин. Откуда у него столько энергии берется для того, чтобы... Нет, это бред. Это полный бред, ребят. Это что за читерство такое, блин? На протяжении всей игры, значит, мы с тобой бомбили их. Они умирали легко, а тут нифига. Блин, где этот хмырь? У меня такой есть, сейчас посмотрю, блин, за растение. Я не могу понять, блин. Который вот идет, в которого нужно фиг знает сколько бомбить. Вот типа такого, а только... Так, где у нас там растение? Сейчас мы посмотрим. Так, подожди. Ага, вот же он.
Это же он? Я надеюсь, это он? Как-то у меня мало, вот согласись, мало, мало этих. Вот этого надо убрать точно, ребята. Он вообще здесь ни к селу, ни к городу, если честно. Третьего уровня, да? Фиг с ним, пускай будет третьего уровня, но... Вот так вот. Попробуем, попробуем с тобой... Такой компании. Так, это замедляшки, это бомбы. Слушай, или это не тот? Я пока не могу ничего сказать, ребята. Я не знаю, надо смотреть. Который чувак с дубинкой там? Или он слишком прокачанный у них, или я не знаю. Так, Демон Хантер. Да мне достаются одни с кланами, ребята. Я не могу пройти, потому что, ну, у них прокачанные персонажи. Как ни крути, ему в клане проще. Они друг другу дают карты на них. Естественно, у них прокачиваются чочки. Давай-ка посмотрим, как он выглядит. Ага. Вот тебе и ха-ха. Клубничка, дойди, 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 дойди. Есть. Вот сейчас мы и посмотрим с тобой по поводу вот этого зелененького чудика. Он, не он? По-моему, не он. По-моему, не он. Я на 100% не могу быть уверенным. А это еще и отравление, ко всему прочему. Вот оно что. Сейчас посмотрим, как мы будем тут ему. Давай, 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 давай ему. Есть. Ну и шикарно. Блин, зря, зря выстрелил. Так, надо прикрывать. Че там? Она еще хилит ему. А, ну я понял, что он взял. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Жозель. Мы уничтожим или нет сегодня? Уничтожили. Так, теперь это малышня бежит, да? Раздражающая. Воу! Ты глянь, кто у него там. Так, допустим. Вот сейчас что-то получилось, типа, как в тот раз. Меня давили так же толпой. Теперь здесь мы продавили его. Вот этот чувак зелененький, вот который вот этот вот. Я не ожидал, что он настолько хорош. Почему я его игнорировал? Не знаю, но увидишь, тут сухую мы вынесли. Так, 30 леек, 11 цветочков. И вот это с базукой, с гранатометом, морковка тоже, кстати, мне понравилась. Бомбит-то не кисло. Так, ну нам нужно отыгрывать с тобой победы, естественно. Следующая лига через 2 победы. Так, что у нас тут? Ага. Смотрим. Ох ты, сколько цветочков-то. Так, 2 гема. Отлично, Тедди Пир. Летучки Мерлин. Слушай, вот то, что этот вот лимончик, или кто он там, я уже не знаю, как его увеличать, мы его с тобой сейчас прокачаем. Конечно, апгрейд. Ох ты, он стал синеньким. То есть он стал редким. 2600 хп, ничего себе. Ребята, скоро будет левел ап. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Ну что, слушай, я могу здесь? Тут только... А, нет, я могу сделать.
Слушай-ка, так давай. Или там нужно сколько-то заплатить за это? Так, Россия, правильно, Россия. Открытый. А, клуб. Название клуба. Фу. Так, тут можно, наверное, по-русски, да, или как? Я назову ребят по фану. Садовники. Ну ты понял, да, в чем прикол? Так что, друзья мои, если что, вы можете заходить в клан Садовники. Чисто для фана. Вы знаете прекрасно, как я играю. Я создаю кланы, там туси 50-50, но потом могу в этой игре очень-очень долгое время, как говорится, не появляться. Но ради фана ты можешь зайти. Так, 535 кубков лег у этого чувачка. Так, сейчас мы с тобой подумаем, что нам лучше взять. Давай, наверное, так. И вот так. Так, там вишенка, да, вышла на торте? Давайте, 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 друзья мои. Клубничка. Бинго. Замедляху на них, на всех. Чтобы им было пусто. Мак вылетел, мы его так быстро запинали. Так, сейчас... Ага, идут. Ну, здесь ты понимаешь, да, что нам нужно сделать? Блин! А с клубник это такой фокус. Ой, с клубник. Кто это вообще такая? Не знаю, ребят. Ведьма какая-то. Тоже, у нее тоже есть замедляха, оказывается. Ты смотри, там еще и хилит его. Блин. Не, маги очень мало наносит урона базе. Очень мало. Смотри, еще и хиляет его. Так, ну что, мы сейчас с тобой сделаем. Что? Ну, блин, мы ничего не сделаем с тобой. Мы можем только вот так вот, наверное, сделать. И замедлить их. И вот так вот. Да чё там, я... Клубника, давай. Минус. Морковку-то минус, отлично. Все, 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 все. Бежим, 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 родные мои, бежим. Этот зелененький крутой. Ну! Yeah. 3-0. 3-0, друзья мои. Фью. Ну. Кто здесь папочка? Рэй веселится только, когда выигрывает. Когда он проигрывает, ему совсем не весело. Так, ну что, друзья мои, отлично у нас получилось. Согласись. В сухенькую мы их побили. Сколько нам нужно еще? Сколько нам нужно еще? Еще одну, друзья мои, победу. И все будет четко. И мы с тобой перейдем на следующую лигу. Ну вот, получится ли у нас победить? Это, конечно, вопрос интересный. Я I'm Barry. Его звать Barry, короче. Так, не спешим, ребят, не спешим. Ждем. Блин. Он взял какого-то, я не знаю, кто это такой, ребят. Какой-то летающий чудик. Нифига себе. Да ну. Ты глянь. Кто это такой вообще? Давай, давай, клубничка.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не вышло. Трюк не получился, друзья. Оп, у него зеленый этот хмыреныш. Блин, я его не смогу победить. К сожалению. Так, хорошо, ладно, ждем, ждем. Я жду энергию, ребят. Я сейчас не пойду пока. Так, вот теперь пойдем. И клубничку с собой возьмем, да? Сейчас мы должны запинать. Окей. Ну? Yeah. Так, срочно, срочно, морковь. Ты смотри, что творит, а? Так, выставляем, ребят. А, он на меня тоже, да? Значит, повесил эту штуку гадости. Так. Сколько там? 23, 23 секунды, ребята, осталось, да? Так, ставим. Ну! Давай, ребята! Есть! Есть! Ну, победа, господи! Фух! Фух! Смотри, сколько у нас там осталось здоровья. Он мог в ничью сыграть. Но не тут-то было, друзья мои. Не тут-то было. Как говорится, Рейчик его переплюнул. И это было красиво сделано. Практически с соплями на носу. Так, ну что, Garden Goons. Вот тебе Garden Goons. Мы должны перейти, по идее, на новую лигу. Так точно, друзья мои. Новая лига. Ух ты, ух ты. Так, зима. Зимушка, зима. Естественно, естественно. Так, что это у нас? Это мне не нужно. Это у нас за гемы. У меня всего 3 гема, куда? О, бесплатно, конечно. Забрали. Так, 250 цветочков. Это он стоит столько, что ли? Забрали. У нас цветочков, в принципе, хватает, да? Так что давай, наверное, здесь возьмем. Раритетки пошли. И здесь. Чего не хватает? А, понял. 1500 стоит, да? Опа. На прокачку парня, конечно же, ребята. Так, 5 уровень получает. Дамаг подрастает. Еще чуть-чуть и левел ап. Еще чуть-чуть. Ну давай, хорошо. Ну что такое? А, апгрейд. У него... Блин, слушай, ну у него тоже дамаг неплохой идет. И мы получаем с тобой еще и уровень 4. Так, генерал, банановые башни. В общем, все это прокачивается у нас. Так, и последний, кто у нас там на прокачку, это летучая мышь. Нет, 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 не юзать, не юзать я хотел. Я хотел на прокачку тебя. Апгрейд. Тоже 5 уровень. Ага. Слушай, а мне, если сравнить, вот у этого сколько, например, по статам? Дамаг. Смотри, 329, да? Дамаг.
329. А вот у этого сколько? А, ну вот, у него 179. 198% стрейдж, а у этого сколько процентов? 173. 2600 по здоровью, а у этого сколько? 1800. Этот в любом случае, ребята, превосходит, несмотря на то, что он 5 уровня, а этот... А, этот тоже... Нет, этот 5, а это 6. Причем этот... Не знаю, ребят. Этот, мне кажется, круче. Ну что, давай посмотрим, что это за новая у нас локация. Рейд садовник. Садовники. Так, и против нас... Ну, кто там против нас? Quebec Legion Nexus Energy. Воу, смотрится прикольно. К Новому году готовимся, да, типа? Так. Почему так несправедливо, друзья? Ну, где он там? Да вы серьезно, что ли, блин? Ну ты прикинь, вот этот вот лимон что вытворяет. Я не могу ничего сделать. Вот только так. Вот сейчас вот он у меня появился. Сейчас мы его будем отправлять с тобой вдвоем. Его там, например, еще там с кем-нибудь. Пускай этот взорвется, хламон. Так, ну мы отправляем. Этого, с кем только вот его, я не знаю. Ну давай с этим тоже. И... Замечательно. Еще и наваляли люлей мне. Иди сюда, будем тоже тебя с базуки бомбить. Ну, отлично. Так, ждем этого. Вон, он у него уже появился. Ну вот как, ребята, так быть, а? Посмотрим, как летающие его вообще тут нормально хоть бомбят. Ну вы серьезно сейчас? Вообще никак его не пронять, а? Просто никак его не пронять. Нектар на 2 увеличен. Только толку-то от этого, что он там на 2 увеличен. Он что, специально, что ли, я не пойму, ждет, блин. Выжидает того момента, когда мы с тобой... Он специально выжидал момент и бомбу выставляет только, когда вот этот зеленый хмырь шел, понимаешь? Вот. Не, нифига не получается. Этот бесполезен против него. Отравление? Ну, отравляется он, ну и что? Не, ребят. У него 6 уровня, я смотрю, клубника. Тут проиграл я полностью. У моих, когда я шел именно тем, он выставлял бомбы свои. Кто там все смотрит, я никак не могу понять. В общем, когда я шел, он выставлял свои мины. У меня почему-то в этот момент мин не было. Хотя я тоже их выставлял. Ладно. Я надеюсь, я сейчас не упал. Не перешел на старую свою лигу. Нет. Слава богу, все осталось. Или я упал. Я, блин, вернулся, друзья мои, обратно. Трындец. Меня сбросили. С Нового года обратно на пляж. Гэндальф. Гэндальф, ё-моё. Угу. Давай сделаем так.
Охи, офигеть, 6 уровня, так разносит, блин, что ли? Ну ведь это перебор, друзья. Ага. Ага, замедляху на меня повесил, да? Окей. Пускай идет, пускай идет. Дойдет ли он? Не дошел. Поехали. Что это он там делает? Что там такое делает-то? Второй. Я тебе говорю, этот чувак слишком имбовый. Ага. Ладно, пускай идут. У меня здесь подарочки есть для них. Упс. Упс. Ну давай ты, господи. А вот с клубничкой-то будет похуже. Что будем делать, ребят? Выжидать вот этот? Да, сейчас, наверное, его и поставим. Поехали. Да в плане, блин, меня-то... Погнали, блин, у него эти бомбы стоят. Нет. Да ну нафиг. Так, давай быстрее. У нас дополнительное время, я так понимаю, да, идет? Так. Нафиг, я вот этого дурачка, блин, твою налево, нахера ты вот этого дебилыча вызвал? Я хотел вот этого вызвать. Понятно, короче. Да. Хотел вызвать лимон, а вызвал мага. Вообще, кстати, вот этих магов я уберу сейчас. Толку ноль. То, что он там превращает в кого там, в лягушку, это все фигня. Маги — это полная чушь. Вот, серьезно тебе говорю. Так. А кого взять-то тогда? Ну, этого вообще не хочу брать. У меня нет новых растений. Играю каким-то шифпотребом. А что такое стрелочка наверх? Показывается стрелочка наверх. Апгрейд 1000. А, подожди, а их что, можно... Да нет, это просто на следующий уровень. Видишь, у меня вот это, например, 4 уровня, а у них клубника 6. Вот это что такое, вот я не могу понять. Жалко не по-русски, а. Могли бы, конечно, сюда русский язык подогнать, да?
Может быть, есть все-таки русские? Не. Хотя садовники написались по-русски, как ни странно. Ну что, друзья мои, давайте тогда я на этом закончу, иначе я тут сейчас волосы на голове все вырву от истерики. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. Эй, это что? Что я сейчас нажал? А, это тренировка? Или что? Да, это тренировка, друзья мои. Так что всем пока, всем удачи и до новых... Блин! Разве это тренировка? Это, наверное, просто тренировка, ребята, не на лигу, как говорится, да? А просто драться, скорее всего. Сейчас проверим. Так, клубника. Ну? Да ты будешь по базе-то бить. Е, молодец, красавчик. Что-то наконец-то путевое у тебя получилось. Так, пускай они идут здесь. Пинс. А, он станет. Вот что он делает, ребят. Только нам этот стан... Нам этот стан как-то боком выходит, я смотрю. Так, сейчас я выпущу этого лимона. Пошел, родной мой. Правда, ты один? Ну, ничего страшного. Так, а он тоже такого же, да, вызвал? Так, ох, ты смотри, это кто такой? Это кто такой, друзья мои? Арбуз, что ли? По-моему, как арбуз. Похож, по крайней мере. Вот он, этот арбузен. Идет. То, что вы его превратили, это... Блин. Нисколечко нехорошо для меня. Чего? Это тренировка? Что-то на тренировку как-то не похоже, блин. Тренировка, блин, называется, прикинь. Сейчас я позову этого лимончика и все. Так, он его тоже вызвал. Давай, иди сюда, хламоныч. Полялякаем, так сказать. Мы еще сюда вот так вот сделаем. Да мы разнесем ему замок. Все, ребят, победа за нами. Или как? Да, 2-0. Ну это просто не на ранге, ни на что. Это, видимо, так. Не на повышение. Окей. Так бы нам обычно начислялись бы кубки, мы с тобой бы, ну, прыгали выше по арене. А так нет, ребята, остаемся на месте. Ну что же, теперь да, теперь уже точно будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.